сейчас у Теодоры Александровой. Перспективнейшей болгарской гимнастки. Ну, Теодора, она очень техничная, у него просто сумасшедшее вращение, вот сейчас она будет крутить. Техника предмета очень-очень сильная, но она очень проигрывает внешне. Она проигрывает внешне, у нее нет таких данных, может, она низенького роста. Она смотрится как юниорка. Ну, в общем-то, она ею до недавнего времени и являлась. Может быть, еще подрастет. Нет, уже года два она как юниорка. Маленькие прыжки узкие, но техника вот не сумасшедшая. Серия пируэтов просто, конечно, заслуживает внимания. Три профиля. Сложная связка. Потеря. 0,2 как минимум. Причем ни на чем она уронила. Вот это вот характерно для, может быть, психологически неустойчивых гимнасток. Который раз я уже наблюдаю в исполнении